И вот здесь вот вода, а вон метис трется. Где-то сейчас попробую, вон вода, прямо горб видно. Где-то там Юханый Бабай. Не могу фокус навести. Вон. Да где ты там, елки-палки? Так, это трава. Бля, солнце отсвечивает. Не вижу. Короче, где-то вот, если прямо смотреть, прям спину видно. Черную. Ну, сейчас еще будет колыхаться. Короче, не вижу я в телефон. Отсвечивает. И комары в глаза лезут. Стоит. Да вроде стоит. Там же. Ну давай, шевельнись, елки-палки. Прям почти до самого берега. Ну тут уже этот. Там глубины, я не знаю. Там, по колено, наверное. Может и того меньше. И у нас вон стоит. Ну так, чуть-чуть колышется. Ходил с утра там. Такое плюхотало. Просто капец. А разглядеть не могу. Там густой камыш. А вот там, где с другой стороны. А во. Вот. Вот он, блядь. Вон боком лежит, Юханый Бабай. Вот он. Вот он. Прямо вот боком вот так лег. И лежит вот так вот сверху. Возле бутылки. Где-то бутылка. Вот здесь. Еще. Ну такой. Нормальный метис. А вон и там зашевелился, где я говорил первый раз. Вот еще. Прям возле берега. Вот пошел. Вот где доска. Да Юханый Бабай. Вот он. Вот. Где доска? Прямо вот. Прямо возле берега. Вот. Ну там тоже сидит. И вот здесь. И вот здесь. Это только вот стоя на одном месте. Трется. Вот зашевелилась вода вот здесь. Сейчас должен тоже лечь боком, а так. Там стоит. Такой заходик небольшой. Угу. Он колышется. Вот. И рядом тоже вот пошел сюда. Речка спокойная, метис трется. Там стоит. Как-то так. Вот возле доски. Ух ты. Вот они, смотри. Это даже сазанчик, я бы сказал. Это даже не метис. Фига, он здоровый. Вон он попер, вон туда. Вон там дает жару. Вот они. Вон. А другой, где я только что видел? Вот. Два штуки. Вот они аж прямо аж. Я не знаю, видно, не видно в телефон.
Вон там дает жару. О, нихера, он огроменный. Вот там он, в этих кустах. Вот в этих кустах там такое, блин. На сазанчика похож, не знаю. Вот тут он поднимался, прям такой. Ну, сказать, что щука может за метисом, ну не знаю. Не успел разглядеть. Ну, такое ощущение, что он сазанчик. Ого. Короче, дает жару по камышам. Вон вода колышется еще. Вот здесь. Сейчас будет джак-джак делать. Пошел туда к берегу. Так, ладно, поехал я дальше. Людям копать, сажать огород. Офигеть.